Какова масса якоря на крупнотоннажных нефтеналивных танкерах, на которых в последнее время я работал? Танкер типа Афармакс. Масса якоря 10-10,5 тонн. Длина танкера 255 метров, водоизмещение 115 тысяч тонн. Суиц Макс. Масса якоря 12 тонн. Длина танкера 285 метров, водоизмещение 160 тысяч тонн. Обычно на судах, на всех судах, два якоря и две якорные цепи около 400 метров. Но я имею в виду только эти танкеры. На других, конечно, поменьше. И последний танкер типа VLCC. Длина 330 метров, масса якоря 16 тонн, водоизмещение около 320 тысяч тонн. Итак, якорь с якорной цепью спокойно выдерживает эту махину на якорной стоянке в определенном месте.